Да. Не забываем в описании ссылки на каналы Хунта Киев Лайв, Хунта Киев Резерв. Также не забываем канал War in Ukraine, наш прекрасный новостной канал. Заходим, ставим пальчики под видео, комментируем. Да, привет. Привет. Карапузик. Нет, да не злупайся, ты заебал. Дай ему по лысине, чтоб последний этот зуб выпал. Здорово, дружище, как дела? Так хорошо все. Если ты адекватный, я дам ему по лбу. Давай, давай, я адекватный. Дай ему вот так по лысине. Ну, вот сейчас посидим с тобой, пообщаемся, если ты... Не, так это не играет. Мне пиздец будет сейчас. Так, ли... Давай. Я не вину, давай. Только мне пиздец. Давай. Ну, в смысле давай? Надо? В смысле надо-то? Ну, это жизнь такая. Нет, это, ты понимаешь, у меня вес, нахуй, 62 килограмма, а тут, нахуй, 120 килограмм. И ты понимаешь, удар какой мне будет? Легко. Последний вот этот зубик твой выпадет. Я с вами больше не общаюсь. Как вас зовут? Гавриил. Не точно было, извиняюсь. Гавриил. 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 Нет, не Гавриил. Гавриил. Да ничего ты не говорил. Гавриил. Да. Да. Все, очень приятно. Я Рома. И рядом получается друг Виталя. А твой друг Виталя. Так, Виталя, давай, мы уже поговорили, давай ему леща. Нет, Гавриил, давай общаться нормально. Так вот, давай, подожди, ты пообещал. Нет. Ты пообещал дать ему леща. Я пообещал дать ему леща. Да. Только если мы с тобой нормально пообщаемся. Так мы же нормально говорим. Я не пообщался даже. Мы же нормально уже говорим. Ну где? Здесь. Ты рассказал мне про себя, про жизнь, про свою, про как у вас ситуация. Ты рассказал мне? Ты мне даже ничего не рассказал. Нет, так а при чем здесь? Было плохо, что ли, или что? Давай ему леща и будем дальше говорить. Ты расскажи мне. У меня все прекрасно. У меня все прекрасно. Где ты живешь? С кем общаешься? С людьми общаюсь, живу в Украине. Не, я понял, что в Украине. Это понятно. Ну. То есть ты разговаривать не хочешь? Ну ты спрашивай, я тебе отвечаю на твои вопросы. Майрон, привет, да. Привет, Майрон. Привет, Наташа еще раз. Наталья. Джеймс. Ну такой звук у них, ну я же не виноват, что у них такой плохой звук. Но они веселые, да, веселая толпа была, это было прекрасно. Так, не забываем про ссылочки на донаты на Patreon в описании. Поддерживаем развитие канала.